зовут Юля, я из Донецка. Меня зовут Анастасия, я из Мариуполя. Меня зовут Дима, я из города Луганска. Меня зовут Лера, я из Донецка. Меня зовут Анастасия, я из Луганска. Меня зовут Роман, я из Донецка. Меня зовут Святослав, я из Крыма, из города Судак. Я переехал из Луганска в начале боевых действий 2 года назад. Я приехал в Полтаву в 2014 году. До переезда я закончила юридический институт. Я работал преподавателем экономических дисциплин в университете. До переезда я была швеей. Причина переезда – военные действия. Одного из наших хороших знакомых убило осколком, и это произошло буквально в 10 минутах ходьбы от моего дома. Почему IT? Это перспективная профессия. Решила пойти в IT, потому что мне это интересно. За IT будущее, и я считаю, что IT это очень выгодно и очень перспективно. Я хочу этим заниматься и пришел сюда учиться. Ребята изучают HTML, CSS, JavaScript и один из самых популярных фреймворков это jQuery. И в оконцовке они выйдут в принципе готового уровня Junior WordPress разработчики. О проекте я узнала от своих новых знакомых. Я узнала о программе через Facebook в новостях. О проекте увидела объявление, рекламу на остановке на бигборде. Он прошел собеседование, экзамен до этого онлайн. Посоветовали сдать тест, попробовать себя. Я сдала, прошла, и вот я здесь. Часто переселенцям складно знайти роботу через невідповідність їх кваліфікації потребам ринку праці. Водночас IT-сфера динамічно розвивається і постійно потребує нових працівників. Навички, які отримують учасники нашої програми, дозволять їм знайти нову високооплачувану роботу в сфері IT. Процесс обучения построен очень ориентированно на студента. Даются именно практические навыки и постоянный контакт со студентами, если возникают какие-то вопросы. Мне нравится очень дружественный, оптимистичный коллектив. У нас постоянно кофе-брейки, мы там в футбол играем. Приятно найти близких по духу людей. Мы свободно общаемся, свободно проводим свободное время вместе. Настрой позитивный, завтра в бой, первый рабочий день. Надеюсь, все будет хорошо. Я в шоке просто, я не ожидал. И вот сейчас это начался, то я думал, у меня был бег, забег, вот эта учеба, а теперь у меня марафон просто начался с этим, с работой. Реально круто, это действительно очень хорошие курсы, они сделаны очень хорошо. И это очень классно, что я сюда пошел. Нас спрашивали, правильно ли мы сделали, что мы создали этот курс. Я считаю, что это правильно. Для людей, которые переехали, начали жить по-новому, у некоторых с финансовым тяжело, у некоторых жилье там осталось. Я считаю, что это очень помогает переселенцам. Это очень ценно, очень помогает поверить в себя и поверить вообще, что все будет хорошо и жизнь продолжается. Такая помощь непосредственно в виде образовательных программ – это самая ценная помощь, которую можно оказать переселенцам, потому что таким образом нас просто обучают добывать себе деньги на жизнь. Не просто дают деньги, а помогают их заработать. Это намного ценнее.